Представьте, пожалуйста, для нашего интервью. Лидер. Ну а что представляешь? Исламист. Чувашский. Да, известный блогер Чувашский. Чувашский блогер. Я думаю так. Наверное. Который свободно излагает свои мысли, притом не ограничивая слова. Я плохо говорю, потому что сам чуваш и заикаюсь иногда. Но пишу гладко обычно. Вот так. Пишешь остро, ярко и цинично порой. Но мы сегодня давай для зрителей какой-нибудь образ твой живой. Ты был загадкой на протяжении этих 5 лет для всей блогосферы. Я и сейчас загадка. Да, и у нас прекрасный шанс. Я не хочу раскрывать свою загадку. А мы не будем, поэтому очки остаются. Потому что загадка интересная. Согласен. Поэтому сегодня загадка будет в очках останется черных. Давай немножко несколько простых слов о ситуации в городе, в республике. Обсудим твои тезисы, положения. Ситуация плачевная. Мы выступаем за вступление Чувашии в НАТО и Евросоюз. Потому что уже хватит. Хватит терпеть. Мы все уже вот этот... Как вот оградили в Крыму все, да? Все набережные. И что потом случилось? Так же хотите, чтобы у нас было? Не получится. А что не нравится вот в республике? Идешь и одни заборы вдоль Волги. Тут забор, тут забор. Какое может быть счастье? Но ты говоришь о заборах не только физических, но и которые заборы созданы людям, которые не могут себя дальше реализовать. Об этих заборах? Не знаю. Может быть, да. Но я себя могу реализовать. Может, кто-то не может, если он не может реализовать себя, что ему хоть забор, хоть ему дорогу сделать. Ничего не сможет он все равно. Что поменять, может быть, в республике, в городе нужно, чтобы она получила новый импульс развития? Вступить в НАТО и Евросоюз. И они все поменяли. Потому что там институты, которые там есть, они все заточены и истинно под людей. Мы, чуваши, все время были в Евросоюзе. Это Хазарское царство. Потом это Болгария Волжская. Все Евросоюз были мы. И вдруг стали Евросоюз против. Я выступаю Евросоюз, ЛГБТ, потому что у нас очень сильно развит ЛГБТ. Я лично защищаю права женщин ЛГБТ, лесбиянок, гомосексуалистов не защищаю. Поэтому вот так. Спасибо. А теперь классический вопрос про блогерство. Кто такие блогеры в твоем миропонимании? Есть ли надежда какая-то на них? Или блогеры что? Это от слова древней Булгарии были писатели. Они пошли и стали булгар, блогер, это однокоренные слова. Образовались из древней Булгарии еще. Когда эти вот летописи, вы заметили, когда камни там находят, в Казани, да, все по-чувашски написано, они говорят, татары, это наши. А переводят перекивище два, это арабским языком написано. Это первые блогеры были тогда еще. То есть город был с названием город блогеров. Булгар, это инверсия согласных называется по-научному. Болгар-булгар и блогер – это все одно, оттуда пошли первые блогеры. То есть Болгария – это город блогеров? Ну, верно так, не знаю. Ну, как бы, ну, они там жили, они писали много, всякие там, Хазарское царство на этом писали. Еврейцы. А какой ты смысл и какие ожидания вкладываешь в блогеров? Это какая-то движущая сила или это просто писатели, которые… Это ЛГБТ наши. Здрасте. В широком понимании. Да. Как бы они против. Оно меньшинство, но оно влияет. Потому что ЛГБТ, буква Б это блогер. Тебе чем, Игнатьев не угодил? Угодил. Всем пытался угодить мне. На госсекретарь все приходил, он говорит, Шеня. Ой, как он назвал меня? Ну, чувашский говорит, давай в правительство к нам. Давай в этот, мэр предлагал. Я говорю, нет, извините. Пока вы не перестроитесь, я не буду. Вся ответственность хотят на меня свалить, типа чувашский все развалил. А это не так. Сейчас, например. Ну, хотелось бы, наверное, какие-то пожелания, какие-то призывы, какие-то вот, действия. Разбомбить вот этот яхт-клуб Чебоксары, где яхты за $3 миллиона. У меня друг там у Ермолаева был. Шкипер. $3 миллиона стоит. Или $30 миллионов яхта стоит.
Пирее стояла. Зимой в Пирее отгоняют, Греция. Стоит вот там, где раньше причал был. На ту сторону ездили мы. Раз сел, 15 минут там, 15 обратно. Сам переплываю Волгу. 2,3 километра. Я не знаю, за сколько я переплываю. У меня часов нет. Но нормальный разрядник 1,5 километра за 15 минут переплывает. Разрядник. Первый разрядник. Вопрос. А этот трамвайчик раз-два раза в сутки плывет 8 часов туда. Не собираешь ли сам выставить свою кандидатуру? И не считаешь ли, кому нужно выставлять? Свободный Мочилов. Мочилов будет голосовать. Двигается. Я за него. Потому что он сам себя поджег, сам себя потушил. Человек сам себя сделал. Все комбайном перекрыл трассу. Я считаю, жители Чуваши должны за него голосовать. Он умрет за идею. Плюнет и умрет. А нам надо уже, чтобы умер человек? А Данко умер. Христос умер. Все умерли. Нам такие нужны люди. Зачем нам этот, который пришел там, своровал, что-то ушел?